Сладкие угощения, новогодние подарки и отличное настроение. На встрече с губернатором Дмитрием Азаровым дети – участники ежегодной акции «Елка желаний». Ребята признаются, подарки любят не только получать, но и дарить. Воспитанники Сызранского центра «Искра» Саша и Коля увлекаются футболом и вручили губернатору именную футболку с логотипом своей команды. Слушайте, красивая форма какая. Во время чаепития ребята обсудили с губернатором свои достижения и планы на следующий год. А еще спросили, как будет встречать праздник глава региона. Дмитрий Азаров сказал, что по традиции с родными. Новогодняя ночь – это точно наше, что называется. И мы собираемся все вместе, большой семьей, с детьми, с родственниками, с бабушками и дедушками. И все вместе отмечаем. Но мы каждый год обязательно ставим небольшой спектакль. В нем участвуют все. Артисты тут же становятся зрителями и наоборот. Вот это является тоже очень давней традицией нашей семьи. Все с удовольствием. Дети уже выросли, в общем, взрослые. Но эта традиция всегда остается. И, надеюсь, она перейдет и следующим поколениям. Все дети получили от губернатора новогодние подарки. Это были самые заветные детские мечты, которые они оставляли на елке желаний. Лариса Шлафаст, «События».